О, вы включили, смотри. Туда это не был включен, сейчас включили. Не, ну все еще. Отсыреет? Вечереет. И отсыреет, и вечереет. Сейчас я оденусь, блин, Фига, это ты чё, где так? А это я головой в доме об потолок? Потолок. Ну не в доме, а в подъезде. Мощно. Там низкий подъезд был, не угол. Ты был у меня спал. Ну да, да, я помню, что я там угол запускал. Офигеть. Вот, короче, маяк, это как это? Йокосука? Не, как остров-то? Джогашима. Джогашима, да. На острове Джогашима вот маяк. А интересно, там внутри открыто, можно зайти, нет? Ну, японцы все куда-то есть. Пошли посмотрим. Пошли. Ну, вы можете идти, просто я тоже не помогаю. Да, надо ехать. Просто я помню, я вижу. Что-то как-то все хуже и хуже. Мы сейчас поедем назад. 5 минут больше будешь мучить, 5 минут меньше. Каску надо с собой брать. Сука, отстой. Вот, это, короче, экстремальные покатушки, да? Пойду я там снимаю. Экстремальные покатушки на мотоцикле. Погода не айс, погода вообще хреновенькая. А вот там рыбачат еще, вот на камнях стоят. Ну, в такую погоду хорошо рыбачить, говорят, в дождь хорошо клюет. Сейчас просто дожди идут там в океане, из-за этого сюда тучи и приходят, и тучи, и дождь, все. Сейчас ехать будет скользко, поэтому надо будет аккуратненько ехать. Вот там волны большие какие. Для серфинга как раз самое то, но опасно. Вот такой вот маяк здесь работает. С офигенной линзой. Все там, все как положено. Ну все. Будет что еще интересное, обязательно включу. До связи.